Меня Валера зовут, тебя как? Меня Давид. Правильно. Увидеть генерала и пожать ему руку – давняя мечта 8-летнего Давида. Сегодня мальчик впервые держит настоящее оружие. Снайперскую винтовку, автомат Калашникова и миниатюрный ТТ. Раньше все это ребенок видел лишь в кино. Образца аж 1937 года. ТТ. Так точно, ты все знаешь, молодец. В этом году Давид окончил первый класс. Его диагноз ДЦП не мешает полноценно познавать мир наравне с ровесниками. И профессию мальчик себе уже выбрал. Говорит, что хочет ловить преступников. Сотрудники УФСИН практически посвятили его в свои ряды. Подарили настоящую офицерскую фуражку. Мой любимый фильм «Ментовские войны». Я всегда хочу работать в полиции. И мне кажется, что это прям для меня. А у вас какие эмоции от сегодняшней встречи? Трогательные. Честно. Ну, дай бог, чтобы здоровья было много. И как он хочет, выучился, ну и пришел к нам на службу. Побывал Давид и в самом управлении, где несут службу люди в погонах. Освоил связь по рации, сфотографировался с новыми друзьями. Домой мальчику уходить не хотелось. Вдохновляла уверенность, что он еще сюда вернется, только уже на службу. Но что касается подаренной фуражки, теперь Давид ее не снимает, разве что перед сном. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.